Друзья, всем привет! Это продолжение строительства и обустройства мастерской. На данном этапе утепление стен. Процесс утепления стен минеральной ватой практически идентичен теплоизоляции чердачного перекрытия и пола. Снаружи силовой каркас был обшит ОСП с зазорами между ними, как правило, 2-3 мм. Затем, также снаружи, была смонтирована гидроизоляционная мембрана, поверх которой произведены наружные отделочные работы. Этапы по отделке дома снаружи можете посмотреть в предыдущих роликах. Изнутри каркасного дома, между стойками каркаса, которые, если сделаны правильно и расположены на расстоянии 58-59 см друг от друга, плиты минеральной ваты вставляются плотно. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35 кг на метр кубический. Менее плотный утеплитель будет оседать или скатываться вниз, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать. В нашем случае используем плиты толщиной 100 и 50 мм. Также слои минеральной ваты укладываем так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов минимум на 20 см. В мастерской прилагается дополнительное помещение. О функционале этого помещения смотрите в следующих роликах. Его также утепляем толщиной в 150 мм. Данное помещение будет холодным. Утеплитель послужит как звукоизоляция. Межкомнатную перегородку с двух сторон обкладываем утеплителем. Утепление внутренних стен каркасного дома производится в большей степени для звукоизоляции. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным. Поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы монтируются только для предотвращения попадания в помещение частиц утеплителя. В остальном утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома. Если нет возможности или звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше. Друзья, на этом пока все. Чтобы не пропустить последующие этапы, следите за каналом. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Обязательно бейте в колокол. Будьте здоровы и до новых встреч!